есть конкретное обращение от граждан. Вот хотелось бы узнать бы у вас, почему так происходит, может быть, какие-то меры вы принимаете, не принимаете. А в основном жалуются на очереди, то есть иногда стоят по 40 минут, по часу, вот с чем это может быть связано? Граждане приходят со списком вопросов, и пожилые люди, и граждане пенсионного возраста, у них понимания законодательства и постоянных изменений в нем нет. И приходится проводить, скажем так, разъяснения. И у нас приходят разъяснения, законодательство снова меняется. И получается, скажем так, разрыв шаблона. Граждане привыкли, что они смотрят квитанцию, считают по своим формулам, у них цифры сходятся, происходит изменение в законодательстве, цифры не сходятся. Они приходят, происходит снова разъяснение, почему производятся расчеты по таким формулам, законодательство изучается, и это приводит к потерям времени, вследствие чего могут возникать очереди. По квитанциям, по расчетам? Все нормально. Девчонки все разъясняют, все это... Что я скажу? Сегодня не ругаемся, никогда не ругаются, они тоже все объяснят, все нормально. А сегодня вы с какой проблемой здесь? А? С каким вопросом сегодня здесь? А заплатил я просто, это, что там у меня долг, видно, был, так, и я заплатил, и все. Все разобрали с девушками, все объяснили, все нормально. Очередей здесь мы не застали, что радует. Значит, обслуживание происходит оперативно, специалисты работают на ура. Получили здесь и свою консультацию, мы обратились за помощью в разъяснении по квитку, как начисляются расчеты. Вот. Специалист доступно все объяснил, мне очень понравилось. Информации здесь достаточно, на стендах висит. Единственная проблема возникла с доступностью маломобильных групп. Здесь очень высокие пороги и помещение не приспособлено. Но есть и плюс в том, что данное учреждение предоставляет возможность передачи показаний и консультаций как посредством интернет-сетям, да, и через телефон. Ну, также почтой можно прислать письмо и дадут разъяснение.